В местных средствах массовой информации прошла информация о том, что Читинский аэропорт меняет собственника. Между тем, по словам представителей руководства предприятия, официально об этом их никто не извещал. И о будущей сделке они пока знают лишь из интернета. По некоторым данным, Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство кипрской компании о покупке 100% акций аэропорта Читы. Как заверил нас заместитель генерального директора предприятия, даже если это и произойдет, на качестве обслуживания пассажиров это никак не отразится. Аэропорт уже 2 года работает в прибыль, поэтому развиваться может самостоятельно. Мы на рентабельный уровень вышли. Мы сейчас активно занимаемся закупкой нового оборудования. То есть, в частности, вот, допустим, в прошлом году мы закупили новое досмотровое оборудование. Закупили автолифт. Пришел буквально вот недавно новый источник питания для воздушных судов, то есть для практически для всех типов. То есть наш аэродром позволяет принимать практически все виды современных воздушных судов. Собственником аэропорта может стать российская офшорная компания, зарегистрированная на Кипре. Кстати, прежний собственник был зарегистрирован там же, но вне зависимости от того, кому будут принадлежать акции, аэропорт сохранит тенденцию развития.